Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Cars of Sail Simulator, называется игрушка. Заходим в автомобильный рынок, смотрим, есть ли там наши машинки, которые мы оставили в прошлой серии. Да! Наши тачки стоят, и их, смотри, как поставили красиво все-таки. Они никуда у нас не делись. Как интересно. Хорошо. А то я боялся, может быть, машинок и не будет. Мало ли, кто-нибудь угонит или что. Ну, вроде бы, тачки ни разу при мне не угоняли. Ох, дрифтит, дрифтит, как хорошо. Слушай, давай проверим лайфхак. Лайфхак такой. Типа, подъезжаешь сзади и... Блин, а тут яма. Типа, тут как-то можно подъезжаешь, типа, и можно видеть... Блин, машины. А, нет, надо с другой стороны подъехать. Наверное, с этой. Типа такой лайфхак. Может, его уже пофиксили, конечно. А может быть и нет. Кстати, у нас аукцион открыт сегодня. Блин, а как узнать-то? Блин, не видно ни хера. Музыка играет, да? Блин, либо пофиксили, либо чё, короче, ладно. Не могу её увидеть. Во сколько открывается аукцион? В 3 часа дня. А, сейчас только 8 утра. Ну, ладно. Отправляемся да быстренько домой. А, у нас 600 тысяч. Это очень много. И сейчас еще больше будет, потому что мы сейчас все тачки будем продавать. Миллион, я думаю, насобираем. Мы сможем на аукционе купить что-то интересное. Смотри, сколько у меня машин. Сразу же мы ставим тачки, которые у нас здесь стоят. А стоят у нас здесь много машиночек. Две только у нас не в офисе. Выставляем сразу быстренько сумму максимально большую. Хотя некоторые машинки у нас очень недорогие. Но цена будет дорогой. Кто-нибудь докупит нормальную тачку. Ну как нормальную? Завод за 7000. Ну что я такие дешевые купил, я сам не понимаю. А вот и покупатели приперлись. А мне машинки сначала надо помыть, чтобы нормально их продавать. Как раз я... А, они, смотри, вдвоем на одну тачку пришли. Блин, хотя у меня машин много здесь. А, пока пусть постоят. Пока помоем. Вот это. Мне надо запоминать, какие я помыл, какие нет. Крышу. Сильно я не буду там просить большие деньги. А небольшие хотя бы. А 25 тысяч купили. За 35 продадим. А, давай. Торганемся за 35. За 35. Только быстро давай. Быстро, 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 быстро. Есть. Ага. 600 тысяч. Блин. Мы должны на аукционе самые офигенные машинки купить. Где у нас еще грязь? Вроде бы нету. Ага, вот здесь все грязь, 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 грязь. И тачка у нас отмыта. Следующая машина идет у нас на помывку. И покупатель идет, смотри. Где-то еще. Ага. Очень грязная машина оказалась. Еще. Да где ты еще грязная? Я тут уже не подлезу. Блин, ну как всегда, смотри, а. Фигня, фигня, как всегда, ничего не получается. А какая у меня тут машина включена? Вот это что ли работает? Давай-ка мы ее сейчас заглушим. Отмоем только сначала. Где-то еще грязь. А где грязь? А, не, подожди. Все, автомобиль вымыт. Мне нужно еще и машину мыть, не просто так. Мне же нужно опыт поднимать. Угу. Так, садимся в машину. Просто сейчас припаркуем ее. А, вот здесь сейчас встанем. Глушим. А, сразу продаем. А сколько она хочет? 7000 покупка.
11 торганемся за 12 500, за 12 600. Купит, не купит? Купила. Вот так, подожди, чувак, давай, сколько она стоила? 24 тысячи мы за нее покупали. За 41. Давай за 45. Блин, нормально. За 41 тысячу. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот еще бабенки стоят. Сколько? Она сейчас немножко скажет. Смотри, даже 20 не будет. 15 тысяч, да. Давай 18. За 18, если купит, то хорошо. Нет, я буду к другой подойти. Подойти, говорю. Уже заговариваюсь. 14 тысяч цена покупки. 33 тысячи. Что-то интересно, почему она так дорого стоит. 33. Значит, за 36 она возьмет ее. Да, я же сказал, она и за 36 купит. А, вот этот у меня автомобиль. Включены. Сколько у нее бензина? А бензина дофига. Бензина дофига. Это очень хорошо. Выходим. Сразу же выставляем на продажу тачки мои. 700 тысяч. Я могу, кстати, уже купить. Прокачать офис. Но пока не буду. Потому что у меня не будет денег. Где тут грязь есть? Чисто. У меня не будет денег на другие машины покупать, поэтому смысла что-то не хочется мне. Сейчас пока все деньги впуливать. Они все чистые машинки. Что у меня там по рейтингу, по опыту? Так, 2 очка есть. Стоимость 1. Очки на ВК 2. А, вот это нужно разблокировать. Низкий урон. Ой, хорошо. А, это что-то... Самый хороший салон продажи для вашего автомобиля? Как так? Что-то интересно, у меня такого не было ни разу. Так, здравствуйте. Купил за 43. Ух, ну хорошо, я купил, значит, продам. За 87. Давай торганемся за 90. 87, 92 тысячи. Блин, за 92 тысячи, если я продам, будет вообще огонь. Продал. Итого скоро у меня миллион будет. Мой первый миллион, который я заработал. Ага. Вот, следующий покупатель. Так, а сегодня суббота, поэтому мы сделаем фотографию моей тачки и тетечки, которая купит эту машинку. Есть. Я ей подарю просто, видишь, у меня такой лайфхак, я фотограф. Опа, хорошо. Сейчас посмотрим, сколько это, почем хочет купить. И та. Это у меня хочет за 16 500. Стой. А ты почем? Это она... Это дофига денег. Тоже за 16 500. Давай за 20 тысяч. За 21. А у нее денег дофига, она купит. А, нет. Давай за 20. Ладно, хер с тобой. За 20 тысяч покупай. Блин, за 16... Да иди нахер. А это может за 20 тысяч купит. Давай за 20-ку. Быстрее, мне нужно... Мне этот, как его, начинается... аукцион уже скоро. А, 19. Есть. А, аукцион открыт сегодня в 3 часа дня. Сейчас 4. Нихера себе, аукцион уже начался, блин. У меня и тачек нету. Бегом, бегом, бегом. Бегом, уже две тачки, блин, выставили. Ай, фига, я пропустил. Хотя бы третью, может быть, куплю. Блин, бегом, бегом, беги, покупай билетик. Может быть, я... есть. Может, я еще пока успеваю купить. Давай, нахер. 41, блин, просрал первую. Есть, купил. Круто. О, это хрень. Это сразу хрень, я тебе скажу. Начальная цена 9 тысяч. Хорошо, я тут успел купить. Может, тоже хренотень какая, конечно. Ладно, давай 180 рублей добавлю. Хотя она мне нафиг не нужна. Я знаю, сколько стоит эта машинка. Она недорого стоит. Блин. Кто бы ее еще покупал? Интересно, какая будет четвертая тачка? У меня денег куча. Давай для прикола я за 12 тысяч ее забираю.
смогу ли я ее продать или нет. За 13 я покупаю. Да хрен с... Да вы че гоните? Ладно, давай, за 14. Смогу ли я ее продать за 14 или нет? Хорошо. Следующее. Опа. Начальная цена 155 тысяч. Эта тачка будет моя. Я ей сразу 12. Сразу. Я знаю, что она дорогая. 184. Есть, блин. А не дофига ли я накидал на нее денег? Ребят, напишите в комментариях. Но вроде бы тачка классная вот эта вот. Вот эту сразу мы... Даже не сесть в машину, а отправляем. Раз. Эту мы сразу отправляем. Два. А на это я поеду. 600 тысяч. Блин, может дорого? Может быть, дорого я купил машину. Не знаю. Сейчас выставлю. Как раз время еще 6. Еще 2 часа до закрытия. Ах ты, черт, повредил. Капот был поврежден. Это самая дорогая машинка в аукционе. Я ее повредил. Блин. Давай мы ее так красиво поставим. Ладно, мы ее отремонтируем. Там цена ремонта по сравнению со стоимостью машины копеечная. Поэтому мы ее... Подожди, а это что за машина? А, это чья? А чё она едет? Алло, они едут? Я не понял, давай вот это быстрее. А как они едут? Я ничего не понимаю. Я же их ставил, они не должны ехать. Стой! Ты чё, с ума сошел? Блин, она уже поломанная. Так, давай здесь встанем, не дадим этой проехать сюда. Глушим. Опа. Чё тут авария произошла? Почему? Блин. Что у нас здесь? Повреждения есть? А, а чё, повреждений нету? Не, ладно. Садимся в тачку. Блин. Мне интересно, смогу ли я их продать? По той цене. Ну, правильно, ночь, конечно, наступила. Хрен я сейчас еще продам. Нифига не вижу. Фиг я еще сейчас продам ночью. Все, тормозись и бегом за этой машинкой. Ночь уже наступила. Да. А почему они ехали? Я вот этого понять не могу. Давай сразу включим дальний свет. Давай сразу это туда домой поедем, быстренько спать ляжем. Тут бензина. Хватит ли мне бензина? Вот в чем вопрос. Я думаю, хватит. Сейчас быстренько доедем домой. Хо-хо-хо, дрифт. Блин, главное не пиндюриться никуда. Где? А где этот мой... А, вот он. Все, нашел. Выходим. Блин, остановись, пожалуйста, и спать. Вот это мне интересно. Смогу ли я тачки эти продать, чтобы как-то немножко заработать, что ли? Садимся в тачку. Едем быстренько в офис. Ох, нафига там авария, смотри. Давай посмотрим аварию быстро и домой. Ну, это в офис. Охренеть, вот это авария. Конкретно причем. Блин. Ладно, все, едем в офис, продаем машинки. Смогу ли их продать и что-то заработать, потому что я деньги нафига потратил. Я хотел бы прокачать офис свой. Ну, не только офис прокачать. Но и оставить немножко денег себе. Где офис? А, все, вижу. Это у нас заправка. С автомойкой.
Следующее наш офис. Все. Быстренько сюда машинку ставим. Ой-о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 й. Че это было? Где? Меня выкинуло с тачки? Такое что, реально? Такое бывает? Так, глушим. Прикинь. Я так разворачивался, меня с тачки выкинуло. Так, мусор выкинули. А, и продаем машинки, смотрим. Блин. 41 тысяча. Охренеть просто. 14 тысяч. Это что за тачка за 14 тысяч? Просто здесь стояла. 184. Ладно. Быстренько сейчас их помоем. Они хотя бы чистые будут. Опа, покупатель первый идет. Вот это прикол будет, если я тачку не смогу продать нормально. Где тут грязь? Есть? Крышу. Крышу я не знаю, как мыть. Я туда не залезу, во-первых. А, автомобиль помыт. Вот она, смотри, сюда пришла. А, цена покупки 41 тысяча. Сколько она за нее скажет? 54. О, хорошо. А, давай тогда за 60. А, за 61 купишь. За 61. О, купила, прикинь. Офигеть. А, тут грязь. Подожди. Я ее не помыл еще. Мне интересно, цена увеличивается от помывки машины или нет? Где? А, вот, все, стой на месте. Блин, я не могу пройти. Где-то грязь есть? Что-то я как-то быстро передвигаюсь, что? Где еще грязь? Ладно, покупай чистую полугрязную. 184 тысячи. Охренеть. Эта цена мне не нравится. Нужно подумать. Эта цена не в пределах моего бюджета. Можете ли вы снизить ее до 279? Иди ты нахер, нет. Да я покупал. Блин, я ее дороже купил. А, привет. Прикинь, они не хотят ее покупать. Немного высокая, за 290. А, цена покупки 200, 184. Цена... А-а-а, 292. А этот... А, 292. А, нет, этот лучше продает. А этот... 292... 297, она лучше, смотри, торгуется. 300 тысяч... 305 тысяч... Вы чё? Я 100 тысяч накидываю. Охренеть! Офигеть! Ошалеть! Я ее продал очень дорого. А, привет. Я ее дофига продал. Первый миллион мой. 17 тысяч торговаться. А, 22. Ни хрена себе. Ребята, миллиончик первый. Первый миллиончик. Не хочет, иди нахер тогда. Мужику продам. Мужик, давай, покупай у меня за 17 тысяч. О, смотри, он сразу 17 ставит. 21. Давай, покупай, быстрее, давай. Ах, 17. А, давай тогда 20, ровно 20 тысяч, и она твоя. Тачка мечты. Да, смотри, я смог продать машинки, хоть они и нереально дорого стоили. Давай сразу это выкинем. Газировку. Газировку сейчас пойдем выпьем. Миллион рублей у меня. Прикинь, я заработал. Заработал кучу денег. Автомобильный рынок открыт. Открыт. Автомобильный рынок. Я даже не могу пойти и в автомобильный рынок и что-нибудь купить. Ой, как круто. Миллион рублей у нас в кармане, ребята. Обязательно подпишись, ставь лайк и пиши комментарий. Всем пока-пока.